Ты убивал? Теперь моя очередь. Хватит прятаться за спиной Уэба, Рудобоя и прочих бандитов со значками. Ты не с тем худо связался, парень. Прошу тебя, парень, отпусти меня! Проси все, что захочешь. Я хочу кое-что уточнить. Начнем с парохода. Почему на него напали? Говори, пока я не вышиб тебе мозги. У магрудеровской шлюхи было что-то, за чем он охотился. Сэдди, так что, говоришь, у нее было? Я не знаю. Это было известно только проповеднику. Магрудер приказал ему вернуть это. Но чертова стерва спрятала эту вещь в лоцманском сейфе, а потом рванули котлы, и он ушел на дно вместе с кораблем. Там воды футов на 10, тебе до него не добраться. В эту пору года обычно начинает таять снега, так уровень воды на добрую дюжину футов падает, а то и по поле. Спасибо, Худо. Ах ты, сукин ты сын! Что-то не видно, чтобы горожане бросили сам на пол. Что ты не можешь остаться, парень. Ты бы мне мог здорово пригодиться, когда вернется Магрудер. Надо забрать содержимое сейфа. Есть шанс одолеть Магрудера с его помощью. Но сначала в Додж. Додж? Какой хрен? Надо потревожить покой одного медвежатника. Я! Разыскивается Ли Суньхунь, китаец. Разыскивается бывший главарь железнодорожной банды за торговлю несвежим опиумом. Последний раз его видели к западу от озера Пайпер Лейк. Известно, что в одиночку он не ездит.
Чем я могу помочь тебе, о великий воин? Дентон, ты? Что случилось? Повстречался, блин, тут с группой выдающихся граждан. А ты чего так быстро вернулся, парень? Дружка еще. Одного проныру по кличке Скользкий Дженнин. Ты его не видел? Может, еще и застанешь его. Он уезжает. Люк Шорт со своими дружками только что собрались его дернуть. Надо залезть на крышу этой водонапорной башни. Они заперли Скользкого в здании, и мы не можем к нему попасть. Мы спрячемся на вершине водонапорной башни, и там спокойно дождемся, когда они потащат его к виселице. Они в переулках. Бей их!